Знаете, что в Горячем Ключе есть самый маленький, короткий дом. Раз, два, три, четыре, пятиэтажный. Смотрите. Ленина 189. 189А. И дальше идет Ленина 195. Вон она. То есть вот этот дом, вот этот подъезд, есть дом 189А. Сюда помещается подъезд, лестница и одна квартира. Шириной вот этот дом, ну, наверное, метра 4-6 метров. Вот такие чудеса есть в Горячем Ключе. Нужно занести этот дом в Книгу рекордов Гиннесса. Вот я, да, нахожусь в подъезде этого дома. На подъезде, в одном подъезде, одна квартира. О. Итак, узнал историю про этот дом. Оказывается, история очень хитрая. Оказывается, шириной этот дом 5,5 метров. И когда-то построили вот этот большой дом, и рядышком был вот этот дом. И между этими домами было пространство. И во время ветров, осенних или весенних, или зимних, сквозь это пространство, сквозь вот это вот ворота, дул очень хороший и сильный ветер. И вот как раз, чтобы поставить экран на этом месте, и был придуман вот такой вот дом. То есть, с одной стороны, и защита от ветра, и с другой стороны, и дом. Вот такая вот ситуация у этого дома.